Сегодня мне пришел фонарик для велосипеда. Началось темное время суток, темное время года. Это полярная ночь скоро будет, поэтому без него никуда. Ну, решил заказать себе новый. Темно уже ездить стало. На Алиэкспрессе. Упакован хорошо, пупырок здесь много, их называем. Ссылка будет на него в описании. И будет ссылка на кэшбэк-сервис. Обязательно регистрируйтесь, при покупке покупайте именно через него. А, это что это? Кстати, это на голову. Так, надо же, он с аккумуляторами сразу. Эти, которые 9800 называются, как они там. Это не ожидал. Так, полюса были поменены, сейчас я ставлю правильно. Так, сейчас резиновая крышка, чтоб от дождя, видимо, от влажности. Итак, как он включается? О, сколько здесь режимов? 1, 2. То есть первый режим — это основной фонарик. Второй режим — это два маленьких. Третий режим — все вместе. Четвертый — это мигалка. Сейчас я... довольно удобно. У меня в коридоре, когда еще не велосипед, там очень слабое освещение. Буду надевать его на голову и чинить. Надел на голову. Сейчас нахожусь в темном помещении. Освещает все, кстати. Очень такой вообще. Кстати, я потрясен. Больше всего меня удивило, что там есть аккумуляторы. Причем не пальчиковые, не бзинчиковые. Я не помню, как они называются. О, вот это да. Кстати, рекомендую. Пройдите по ссылке, посмотрите. Ну, он того стоит. Я не заметил, тут еще шнурок для зарядки имеется. Аккумулятор называется 18650. У меня только первый раз, поэтому я не имел с ними дела, но говорят, они очень долговечные. Как ни странно, это изделие ничем не пахло. Здесь вот такое растягивается плавно, эластично. Видите, здесь такие пружинки. Покупал его за 600 рублей. Вместе с аккумулятором. Кстати, довольно такая приемлемая цена. Все, на этом я заканчиваю.